Распространенная проблемка вот в уровнях Фукуда, которая решается довольно просто. В заблокированном состоянии, когда в выключенном состоянии, маятник не блокируется, болтается. Это часто очень встречается. Поправляется это очень просто. Здесь вот внизу можно увидеть лапки, они не попадают в резиночку, эту резинку. Ее просто нужно опустить вниз. Маятник заблокирован. И хорошо бы туда еще капельку клея сверху над резиночку посадить, поставить, чтобы она не съезжала вверх.